Итак, мы начинаем полезную часть нашей программы. Собственно говоря, наша программа всегда полезная, но сейчас особенно полезная для родителей и детей, потому что Владимир Чекунов вместе с нами, наш эксперт в области детского здоровья, доцент кафедры детских болезней Красноярского государственного медицинского университета. Доброе утро. Фух, выговорил. Что такое функция легких? Это вот, чтобы у человека хватало легких хорошо говорить? Или это бронхи? А это не только говорить, но и ходить, и двигаться, и бегать, и прыгать. И нередко родители детей, к сожалению, не обращают на это внимания. И даже когда идешь где-то по магазину или где-то прогуливаясь, можно увидеть, что ребенок либо останавливается, у него видно прям то, что ему не хватает дыхания, да, то есть он закашливается, возникают такие признаки, как одышка, кто-то даже подсвистывающе дышит, и это всегда повод для того, чтобы обратиться к доктору и оценить как раз функцию внешнего дыхания. А значит ли это, что проблемы с функцией легких у деток, например, полненьких? Ну, потому что мы знаем, что у взрослых людей одышка — это, как правило, люди с избыточной массой тела. Или ребята щупленькие тоже могут этим страдать? А вот здесь как раз поможет нам только инструментальные методы исследования, да, потому что как раз-таки избыточная масса тела, она иногда ложно показывает то, что действительно у человека может все быть хорошо. Вот. Поэтому для этого существует определенный инструмент. Что вы принесли к нам сегодня? Да, вот у Антона какая-то штучка на пальце, для чего это все? Давайте как раз и попробуем оценить, ну, например, Антону, состояние. Состояние функции легких. Ой-ой, опасно. Так. На самом деле, вот посмотрите, здесь два разных по внешнему виду прибора. Вот этот прибор, это наш портативный, мы это как доктора его имеем у себя на столе, на рабочем. Конечно, пациенту он в домашних условиях не нужен. Угу. Потому что он определяет ряд определенных показателей, когда запутаться, в общем-то, можно, для чего они нужны. Но вот такой прибор, как правило, он называется Peak Flow Meter, который применяют в основном пациенты с бронхиальной астмой. И ежедневно, утром и вечером, они измеряют свою пиковую скорость выдоха, они об этом уже знают. Но те, кто не знает, то должны об этом узнать. С 4-летнего возраста, то есть можно оценить один из показателей, который входит, опять же, вот сюда. Это такой прибор, который следует родителям иметь, если у ребенка проблемы с функцией легких. Да. То есть это контроль, это так же, как дома есть тонометр у человека, глюкометр, который страдает сахарным диабетом, человек, который страдает бронхиальной астмой, либо какими-то хроническими заболеваниями легких, он должен иметь... А какую динамику он отслеживает? То есть если пошло уменьшение, значит, надо вмешиваться. Да. Есть специальные дневники, специальные графики, мы им расчерчиваем нормы, и, соответственно, если показатель снижается вниз, клинических проявлений еще может не быть, но у пациента уже могут быть снижены показатели, и это повод для обращения к доктору. Так, у нас есть это сменные сюда, да? Нет, трубки. Нет, это сюда. А, это не сюда, да? Это сменные трубки, чтобы дышать, да? Да. Делается всегда в состоянии, в положении стоя. Окей. Стоя, хорошо. Нужно сделать, охватить губами, сделать спокойный вдох и резкий выдох. Вот так, да? Вот один туда. Раз. Сейчас вот сначала туда. Вдохнуть. Ваше здоровье. А вот и неправильно. Нет, неправильно. Необходимо держать вот таким образом, чтобы не закрывать шкалу, иначе вы препятствуете воздушному потоку. Понял. Так, у меня уже голова закружилась. Сейчас, секунду. Так, вот таким образом, да? Да. Ну, у вас отличные показатели, это видно даже невооруженным взглядом. Почти 600. Для взрослого человека выше 500 – это уже практически норма. Но, опять же, есть специальные таблички, по которым можно будет сверить. Мой первый шаг на пути к космосу. А электронный ты не хочешь попробовать? Да, я думаю, сейчас, что более чувствительное – это пройти именно спирометрию. Здесь показатели больше. Я думаю, что основным интересным будет определить ваш возраст легких. Возраст легких. Тоже стоя. Принцип такой же, да? Стоя, но здесь нужно сделать немножко другие маневры. Нужно сделать вдох и выдох до конца. То есть таким образом. Через трубочку вдыхать. И вы должны выдохнуть до конца, да. Выдыхать через трубку. А вдыхать? Вдыхать можно без трубки. И оденьте вот такую прищепочку на нос. О, это что-то для синхронного плавания. Так, ясно. Все, готов. Вдохнул и долго-долго. Долго? Да, или выдохнуть, нормально? Выдохнуть до конца. Весь объем легких. Вы должны выдохнуть весь воздух из легких. Сейчас мы узнаем возраст легких Антона. Какой же возраст? Ага. Ну-ка. Я очень волнуюсь. Ага, я не буду озвучивать.
Да. 70? Ну скажите, интересно же. 71. Серьезно? Я думаю, что... 71. Я думаю, что причина немножко в не совсем верных маневрах. Вообще, когда пациент приходит впервые, он делает несколько раз, мы все равно первый показатель не учитываем. Показатели довольно-таки низкие в принципе, но все-таки они не... Но стоит задуматься. Не соответствуют. 71 год твоим легким. Здесь нужно просто повторить. А сколько они вообще живут, легкие тогда? Это нормально? Может быть, они живут 200-300 лет? И это нет, сейчас не... они живут ровно столько, сколько и мы с вами. Ауч. Живем. Ну ладно, хорошо. Кроме вот таких наблюдений, что еще стоит делать родителям? Вот такой прибор, мы уже его демонстрировали, это пульсоксиметр, то есть это прибор, который измеряет степень насыщения кислородом. И, как правило, это все происходит параллельно. То есть ребенку, взрослому, подростку одевается на пальчик, мы измеряем, сколько у него находится процентов, так скажем, кислорода в организме, оценивается функция внешнего дыхания и затем делается заключение. Потому что порой обычный банальный кашель может вылиться в какой-то более серьезный диагноз, и это нам позволяет поставить этот диагноз только с помощью специальных приборов. Потому что порой то, что мы делаем с помощью наших фонендоскопов, мы не всегда все слышим. А какие заболевания являются причиной там, плохой функции легких большого возраста? Заболевание – это обструктивный бронхит, такое есть понятие. Это бронхиальная астма, это хроническая обструктивная болезнь легких, но она у взрослых встречается. Это разные профессиональные заболевания, то есть воздействие внешних факторов. Вредное производство. Вредное производство, допустим. Режим черного неба, например. Режим черного неба, укладчик асфальта – это тоже вредное производство. У него показатели могут быть ниже нормы. Следите за здоровьем ваших детей. Если у вас есть какие-то сомнения, обязательно обращайтесь к специалистам. Владимир Чекунов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней КРАС ГМУ, врач-педиатр, эксперт программы «Новое утро» был в нашей студии.